Так, как меня слышно, как видно, напиши, пожалуйста. Надеюсь, что слышно хорошо. Так, добрый вечер. Что-то видно гарно. Отлично. Так, ну мы не будем ждать еще, кто подсоединится. Будет хорошо. Будем начинать. Сегодня первый раз решила выйти к вам в прямой эфир. Тему выбирали вы. Это постановка и автоматизация звука Р. Будем начинать. Кто подсоединится, будет хорошо. Итак. С чего мы начнем? Это, конечно же, с появления, когда появляется звук «р». В норме это 5-5,5 лет. Бывает, конечно, такое, что дети в 3-4 года уже начинают прекрасно говорить звук «р», и у них хорошая речь. Но бывает такое, что дети не могут еще сами сказать, и он появляется где-то ближе к 6 годам. А бывает такое, что так и не появился, и тогда на помощь приходят либо логопеды, либо мамы ищут способы, возможности, как его поставить ребенку. 5-5,5 лет – это оптимальное время для появления звука «р». Причины, по которым может не быть звука. Конечно же, первое – это ребенок не слышит, как правильно его произносить, это нарушен фонематический слух. Может быть при этом замена на горловой звук «г», либо же он просто заменяет его тем, которым ему удобно. Второе – это не готов речевой аппарат. Например, может быть слабый язычок, либо же нарушено дыхание. Третье, это, возможно, есть причины в тонусе. Он может быть либо пониженным, либо повышенным. Расскажу немножечко позже, как можно проверить тонус. Также может быть момент с уздечкой. Она может быть очень короткой, и ребенок просто не может поднять язычок вверх, а звук «р» у нас звук верхнего подъема. Нужно, чтобы язык поднялся за верхние зубы. Это, в принципе, основные те моменты, из-за которых не может быть звука «р». По поводу тонуса. Как же проверить тонус? Например, у ребенка очень высокий тонус, и обычно в такие моменты у него не выражен кончик. Как проверить, выражен кончик или нет? Просим ребеночка поднять язычок вверх, потянуть его к носику. Кончик выражен. А бывает такое, что просишь поднять язычок, и кончика просто его даже не видно. Либо же можно еще попросить открыть рот. В норме, когда вы делаете открывают ротик, у них язычок лежит спокойно возле зубов. Когда же тонус повышен или есть тонус в корне языка, язык оттягивается к горлу. Выглядит это примерно вот так. И он там где-то глубоко ушел. В таких случаях, прежде чем ставить звук, конечно же, нужно работать с тонусом, расслаблять язык, либо наоборот его активизировать. Например, у ребенка слабый язычок, и он не может сказать «р», потому что ему не хватает силы. Правильное произношение звука «р». Ротик у нас приоткрыт, маленькая дырочка, губы в улыбке, язык прижат, боковые края прижаты к верхним зубам, и вибрация идет на кончике языка, сильный поток воздуха проходит вперед. Разберем же основные причины, как его вообще поставить, и основные условия к появлению. Первое, это, конечно же, правильный речевой уклад. Ребенок должен понимать, куда ему нужно поставить язык, как он должен вообще находиться, в каком положении, как на него подуть. Это второе уже, получается, дыхание. И третье, это фонематический слух. Ребенок должен правильно услышать, как вообще произносится этот звук «р». По поводу замен. Когда у ребенка есть горловой звук «р», нам необходимо сразу его исправлять, неважно, сколько ребенку лет, 3, 4 или 5, сразу нужно бежать, исправить, потому что это искажение звука «р» неправильно. Если же ребенок заменяет звук «р» на «л», либо на «е», лампочка вместо рамочка и так дальше, то это, в принципе, нормально еще. Но если уже идет горловая замена, нужно исправлять. Самое важное, прежде чем звук «р» ставить, это у нас подготовительный этап. С него все начинается, и без него звук «р» не получится. В этот подготовительный этап входят такие основные моменты. Первое – это работа с дыханием. Второе – это правильный артикуляционный уклад и фонематический слух, работа над фонематическим слухом. Начнем мы с дыхания. Если у ребенка, в принципе, нарушено дыхание, не только речевое, а обычное, но нужно сначала исправить его. Как проверить, правильное ли дыхание у ребенка? Просим
Положить ручку одну на грудь, вторую на животик. Проверяется стоя. Ребенок обычно дышит спокойно, как он это делает. Если у него поднимается верхняя часть, значит, тип дыхания неправильный, он грудной, либо ключичный. Правильный тип дыхания у нас диафрагмальный, когда поднимается животик. При этом плечи и грудная клетка находятся в спокойном положении. Как его вырабатывать? Просим ребенка лечь на кровать, либо же можно на пол, на коврик положить. Кладем игрушечку на живот и просим покатай игрушку. Ребенок дышит и игрушка поднимается вверх-вниз. Таким образом мы отрабатываем диафрагмальное дыхание. Если же с этим дыханием все ок, переходим к речевому. Сначала нужно научить ребенка дуть в принципе ртом, потому что бывает такое, что ребенок дует в щеки. То есть все старание уходит вот сюда, а не вперед. Мы сначала просим ребенка придерживать его щечки и говорим, что у нас губки трубочкой, и учим дуть вперед. Можно использовать различные предметы, можно использовать вату, подули на вату, подули на салфетку, в общем, на все легенькое. Когда получается дуть на легкие предметы, берем какие-нибудь тяжеленькие, например, какие-то пластиковые шарики, либо же карандаш. Сначала можно взять закругленным, таким закругленный. Если же получается дуть на закругленный, берем с гранями, с границами такими, чтобы карандашик было сложно катить. Когда получается хорошо у него дуть ротиком, еще можно дуть мыльные пузыри, тогда вырабатываем дыхание на язычок. Сначала просим ребенка просто подуть на язычок. Достали язык, округлили его губками и подули. Если хорошо получается, тогда добавляем тоже различные предметы. Подули на ватку, подули на перышко и так далее, чтобы ребенок смог правильно и долго подуть. Как и еще есть методы научить ребенка дуть на язычок. Можно использовать ваточку, либо салфетку, можно использовать тоже бумагу. Вырезали такую маленькую полосочку бумаги, приклеили ее на язычок и подули. Называется змейка. Очень удобно использовать именно салфетку, потому что она хорошо прилипает к язычку. Хотя не всем детям нравится. Можно оторвать, снова приклеили, и она подулась. Еще тоже можно использовать упражнение фокус, потому что когда мы говорим звук «р», поток воздуха у нас идет вперед и немножечко вверх. Берем перышко, либо тоже ватку, либо же ватный диск, отрываем кусочек, кладем на нос, просим достать язычок и подуть. При этом перышко должно лететь именно вверх, оно должно лететь не в сторону, а вверх, чтобы поток воздуха направлялся в правильное положение. Точно так же мы потом используем карандаш, утяжелитель, либо же еще какие-то такие потяжелее предметы, которые не так просто сдуть. Когда мы учим ребенка дуть, отрабатываем долгий выдох. Можно использовать тоже мыльные пузыри, трубочки коктейльные, чтобы ребенок мог подуть не просто и все, а чтобы у него был длинный выдох. При этом мы учим его дифференцировать. Вдох у нас идет носом, а выдох ротиком. И подули долго. Когда отработали хорошо дыхание, переходим к язычку. Если у ребенка слабый кончик, либо же он не выраженный, нам нужно его хорошенько отработать. Какие мы берем упражнения? Первое, это можно использовать бусину. Бусину на ниточке, либо же можно использовать зубную нить, она не такая неприятная на ощупь ребенку, поэтому можно ее. Что мы делаем? Просим ребенка покатать бусинку язычком. Если при этом у нас голова вот так вот двигается, просим тогда бусинку держать немножечко как будто бы за зубами. Точно так же мы ее катаем вверх и вниз. При этом не должно быть вот такого движения, работает только язычок. Тоже, если сложно, просим это делать в ротике. Точно так же можно использовать ложку, намазали ее чем-то вкусным, что любит ребенок, мед, варенье, либо же кисель, либо же какие-то там вкусняшки, которые продаются в магазине. Тоже просим ребенка облизать ложечку. При этом мы следим, чтобы голова у нас не помогала, туловище тоже, чтобы не двигалось. Работает только язычок. И упражнение на сопротивление. Тоже можно использовать ложку, вот ее обратную часть. Мы говорим ребенку, что я тебе буду сейчас давить на язычок, а ты сопротивляйся, чтобы он не залезал в ротик. Примерно на 3 секунды. 3 секунды давим, отпустили. 3 секунды давим, отпустили.
отпустили. Таким образом отрабатываем кончик. Еще можно использовать зубную щетку, чтобы хорошо стимулировать именно кончик. Достали язычок и зубной щеткой его хорошенечко помассажировали. Можно использовать тоже упражнение. Это орешки, когда язычок упирается в щечки. При этом у нас упирается не воздухом, мы набираем на долю щечку, а именно язычок. Он у нас упирается в щечки. Упражнение «Дятел». Ды-ды-ды-ды-ды. О нем расскажу немножко позже. Оно очень хорошее и полезное, и, в принципе, постановочное. Это звук «Р». Когда мы хорошо отработали кончик, переходим к артикуляционной гимнастике. Расскажу об основных элементах, которые необходимо делать. Первое – это заборчик. Как выполняется забор? Зубы у нас видны хорошо, и нижние, и верхние. При этом губы растянуты в улыбке, зубки стоят друг на дружке. Бывает такое, что зубы у ребенка съезжают, и он не может их поставить друг на друга. Тут на помощь нам может прийти ватная палочка. Играем в игру «Собачка». Мы держим ватную палочку, как собачка-косточку. Когда ребенок хорошо научился держать, мы постепенно ее убираем. И ребенок держит заборчик. Тоже хорошо использовать именно пластмассовые ватные палочки, потому что здесь будет видно, нет ли зажимов в челюсти. Ребенок перекусывает палочку или нет. Заборчик должен быть в спокойном положении, чтобы палочка была не перекушена. Второе упражнение – это окошко. Для звука «р» нам нужно приоткрытое окошко. Как научить ребенка делать приоткрытое окно? Сначала просим сделать обычное. Широко открыли ротик, подержали окошко, удерживаем 10-15 секунд каждое упражнение. Потом говорим, что у нас есть машина, допустим, это ложка. Есть у нас машина большая и есть машина маленькая. Открываем окно, чтобы проехала большая машина, либо же гараж. А теперь открываем ротик, чтобы проехала маленькая машинка. Либо же потом можно даже еще повернуть ложечку вот такой стороной и еще меньше дырочка. И таким образом дифференцируем. Большая машина, маленькая, большая, маленькая. А потом уже можно просить ребенка: открой окно, призакрой, закрой, открой, призакрой, закрой. И таким способом учим ребенка делать окошко. Следующее упражнение – это чистим зубы. Тоже, кстати, хорошее упражнение для того, чтобы отрабатывать и был выражен кончик язычка. Чистим как внутри, так и снаружи. Чистим верхние зубы, потому что нам для звука «р» нужен верхний подъем. Почистили снаружи и внутри. При этом у нас также челюсть неподвижная, она не двигается, голова не помогает, работает только язычок. Следующее упражнение – чашка. Любимое всеми упражнение, не так просто детям оно дается, но для звука «р» и для звука «ш» оно тоже очень важно. Как научить ребенка делать чашечку? Сначала просим просто положить язычок на губу, а затем попросим поднять его кончик и бока. Если не получается, тогда предлагаем поиграть такую игру, мы будем пить молочко или там водичку, как собачка. Когда у ребенка хорошо получается, можно попросить еще раз попробовать его сделать чашечку. Если не получается, можно использовать бусину. Положили ее на язычок и попросили обнять. Удержи бусинку. Можно также использовать, вода это, конечно, будет жидковато. Можно попробовать либо же кисель, либо вот какие-то такие варенье, либо мед. Тоже капнули на язычок, на серединку. И попросили удержать, чтобы она никуда не уплыла, не убежала. И таким образом держим чашечку. Если у ребенка не поднимаются боковые края, поднимается только кончик, то нужно укреплять боковые края. Значит, они очень слабенькие, и он просто не может их поднять. Здесь нужна сила. Каким образом можем укреплять? Точно так же можно использовать ложку. На сопротивление играем. Ребенок давит на ложечку, а ложечка давит в противоположную сторону. Можно использовать тоже кофейную палочку. Таким образом укрепляем боковые края язычка. Следующее задание – это парус. Язык у нас широкий, прячется за верхние зубки. Для звука «р» нам нужен именно широкий парус, узкий вот такой не подойдет.
Если узкие, то тоже проблема в боковых краях. Мы их укрепляем, чтобы язычок мог стать и узким, и широким. И отрабатываем. Все у нас делается на приоткрытом рте. Все упражнения. Следующее задание – это лошадка. Лошадка у нас выполняется тоже на улыбке с маленькой дырочкой. И клацает только язычок. Челюсть не должна помогать. Вот так вот, это просто бесполезная будет лошадка. Если не получается без челюсти, просим поставить ручку и клацать язычок. Бывает такое, что просишь поставить ручку, и получается вот так. А голова все равно улетает. В таком случае нам нужно чем-то зафиксировать челюсть. Можно использовать фломастер, можно пробку от вина или шампанского, либо же шпатель деревянный, широкий. Просим его укусить этими зубами, которые у нас жуют. И лошадка клацает. Зафиксировали челюсть, и все, ребенок уже не дергает. Когда хорошо получается у нас лошадка, переходим к грибочку. Кстати, лошадка бывает не у всех детей получается. Как научиться делать лошадку? Можно от губы. Присмактываем к губе, а потом постепенно уходим в рот. Грибочек. Медленная лошадка скачет, и потом она присмактывается к потолочку. И присмокталась. Тоже, кстати, очень хорошее упражнение для растягивания уздечки. Если она, конечно, не аномальная, не такая, что там нужно только подрезание. Если не получается делать грибочек от лошадки, можно попробовать тоже от губы. Присмоктали к губе и затянули язычок в рот. Тогда ребенок просто поймет, как ее правильно присмактывать, и все получится. Следующая гармошка. Гармошку уже делаем, когда хороший грибочек. Язык у нас присмоктан к потолочку, и челюсть открывается и закрывается. При этом, если ребенку поначалу сложно, мы открываем рот не широко, потому что бывает такое, что он отклеивается и просто падает. Поэтому открываем сначала ротик не сильно. А потом растягиваем, и все получится. Следующее упражнение – это ТДН. Просим ребенка сказать три буквы. Тыдыны. При этом рот у нас тоже приоткрыт. Если рот закрывается, ребенок говорит тыдыны, тыдыны, тыдыны. Берем либо нас фломастер, либо же шпатель. Тыдыны, 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 тыдыны. Если не получается быстро, начинаем все с медленного темпа. Следующее упражнение – это дятел. Тоже для этого нам нужен приоткрытый рот. Язычок у нас боковые края прижаты к зубам. И просим ребенка кончиком говорить звук ды-ды-ды. Ды-д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 ы. Если не получается, то же самое. Используем фломастер, либо же шпатель. Ды-д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 ы. На этом упражнении как раз нам тоже нужен сильный выдох, вдох носиком. Ды-д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 ы. Если не получается быстро, начинаем все с медленного темпа. Ды-д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 ы. Бывает такое, что получается вот так. Да-да-да-да-да. Слабый кончик языка. Возвращаемся к тому, что его нужно укрепить. И можно еще использовать кофейную палочку. Прикрепили ее под низ язычка. Просим ребенка сказать звук ды-ды-ды, а сами помогаем палочкой. Получается, мы как будто бы вместе с ребенком говорим звук «д». Отрабатываем хорошо это упражнение. И последнее – это комарик. То же самое, язычок у нас прижат, ротик приоткрыт. Звук, правда, похож немножечко на жучка, чем на комарика, но называется комарик. Тоже, если рот закрывается, используем фломастер. Язычок у нас прижат, края язычка прижаты к зубам. И просим пожужжать, как комар. Когда получается без фломастера, отлично. Бывает такое, что ребенку сложно без фломастера. Все эти упражнения мы отрабатываем до тех пор, пока не будет хорошо получаться. Потому что это база, без которой не получится звук «р». Перейдем к постановке. Способов постановки есть много, около 10 разными способами, но я расскажу про те, которыми пользуюсь я. Обычно я использую ватные палочки, либо же коктейльные палочки. Они продаются в любом супермаркете,
обычно ними мешают коктейли. Вот у них есть такой круглый шарик. Единственное, что перед использованием его нужно пилочкой немножечко спилить, потому что здесь есть вот этот вот стык, который спальный. Чтобы ребенку не поцарапать под язычком, нужно его с пилочкой спилить и, конечно же, обработать его антисептиком и кипятком. Какие три способа для постановки? Это от дятлика, от комарика и от грибочка. Первый способ от дятлика. Ребенок красиво делает. Мы берем ватную палочку и быстро-быстро проводим под низом язычка. Это выглядит примерно вот так. Здесь нужен тоже сильный вдох носиком. И ребенок сильно на выдохе делает. И таким образом мы заводим язычок к звуку «р», чтобы ребенок вообще почувствовал эту вибрацию и понял, чего от него хотят. Бывает такое, что ребенку сложно удерживать язык, ставим с фломастером, либо же со шпателем. И таким образом отрабатываем звук «р». Бывает такое, от дятла потом получается звук «др» со звуком «д». Ничего страшного, мы его отрабатываем со звуком «д», закрепляем «др» и тянем «др». И потом мы добавляем слова «драка», «дружба», «трава» и так далее. А потом уже открепляем. А про открепление расскажу чуть позже. Следующий способ с помощью грибочка. Ребенок присмактывает язычок. Мы берем две ватные палочки, поддерживаем его с двух сторон, поддерживаем, получается, бокровые края, и просим ребенка силой выдохнуть на язычок. Можно тоже попросить сказать звук «р». Нам нужен сильный выдох носиком. Вдох носиком и сильный выдох на язычок. И третий способ – это от комарика. Тоже можем использовать фломастер, если у ребенка не получается. Если получается держать ротик приоткрытым, то отлично. И ватная палочка нам в помощь. И завели таким образом наш моторчик. Все эти постановочные упражнения делать легче лежа. Когда ребенок лежит, у него язычок автоматически запрокидывается наверх, и ему легче его удерживать в таком положении. Поэтому положили на диван, положили на ковер и продолжаем заводить мотор. Следующее – это у нас автоматизация. Конечно же, она начинается с изолированного звука «р». Скажу немножечко про, как открепить звук «др», чтобы было у нас не «др», чтобы было у нас не «дрова», нет, не «дрова», какой, например, не «драдуга», а «радуга». Мы просим ребенка долго тянуть «др», а потом укорачивать «др», вот чтобы он понял, что звук «р» можно говорить без «д». Чем длиннее мы его раскатываем, тем дольше тянется отдельно чистый звук «р». И потянули звук «р» самостоятельно. Начинается у нас автоматизация, конечно же, изолированно. Как можно автоматизировать звук «р»? Автоматизируем мы его длинный и короткий. Можно использовать обычный лист бумаги. Попросим, например, когда тянешь долго «р», рви длинный кусочек. Когда короткий «р», маленький. И потянули. И так далее. Отрабатываем таким же способом долгий и короткий. Можно использовать поп-туб. Тоже потянули длинный носиком вдох. Длинный. Потом назад коротенький. Отрабатываем длинный и короткий звук. Потом переходим к слогам. Слоги у нас сначала открытые. Это ра, ро, ру, ры, ре. Можно тоже использовать различные варианты. Можно использовать мочалки, например, разных цветов. Здесь еще у нас будет включаться слухоречевая память. Например, ра – это красная, ро – синяя, ры – желтая. И ребенок наступает ножкой, либо ручкой, хлопает ра, ро, ру, ры и так далее. Можно использовать тоже поп-туб, можно использовать поп-ит. Например, красный – это у нас ра нажимаешь, оранжевый – это ры, желтый – ро нажимаешь, ру, ре и так далее. Отрабатываем в слогах. Потом слоги у нас идут закрытые. То было ра-ро-ру, а теперь наоборот. Ар, ор, ур. Точно такие же всякие можно делать упражнения.
Затем мы закрепляем его в слогах открытых. Ара, оро, ире, уры и так далее. А потом уже закрытые. Кра, тра, тру, дры и так далее. Вра. Закрепляем в слогах. Кстати, когда мы закрепляем в слогах, можно параллельно использовать слова. Вот, например, мы закрепили с ребенком ра, ру, ру, ре, ры. И можно начинать уже в словах, в начале слова. Ракета, робот, рубин, радуга. Вот закрепили в начале и в начале отработали. Потом отрабатываем в конце слова. Например, комар, буквар, что-то. Такие всякие слова, там, где звук «р» в конце. И только потом уже в середине, потому что в середине обычно очень сложно детям. Но звук «р», он такой интересный, что детям очень нравится его произносить. Например, что там у нас есть? Трава, крокодил и так далее. А потом уже используем слова там, где есть два звука «р». Например, трактор, там два «р». Вот детям нужно намного сильнее здесь воздуха взять, чтобы сказать это слово. Каким способом можно автоматизировать? Конечно же, лучше всего это делать в движении, потому что если ребенок за столом это все сказал, он встал, с головы все вылетело, нет параллельной какой-то ручной или, в принципе, двигательной деятельности, и все, все слетает. Поэтому мы, например, берем все предметы, которые у нас есть дома, находим со звуком «р», учимся их проговаривать, там, ручка, терка, карандаш, стиралка и так далее. В общем, все, что найдем со звуком «р», тащим, вместе проговариваем. Можно, например, сделать какую-то полосу препятствий, ты несешь предмет и постоянно его проговариваешь. Там ручка, 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 перепрыгиваем через там, подушки, либо же несем на голове мешочек, там трава, трава, трава. И таким способом отрабатываем. Есть в интернете тоже очень много разных картинок, которыми можно закреплять. Есть тоже классные сайты, где делают презентации для детей, чтобы они там нажимали, красиво проговаривали. В общем, куча разных вариантов, как можно его автоматизировать. После слов мы переходим к фразе. Фраза — это обычно два слова со звуком «р». Например, «красивая тетрадка», либо же «красный карандаш». Закрепляем его во фразах, чтобы ребенок в двух словах подряд смог сказать звук «р». Затем переходим к чистоговоркам. Покажу вам сейчас пример картинки. Например, «ир-ир-ир», «мышка любит сыр». Или, например, «ра-ра-ра», «рада детвора». Либо же «ру-ру-ру», «веселый кенгуру». Либо же там «ро-ро-ро», «едем на метро». Можно использовать в чистоговорках только одно слово, вот, например, на котором мы говорим «ро-ро-ро», «метро». Либо же соединять уже, когда у ребенка хорошо получается, несколько слов со звуком «р». Например, «ра-ра-ра», «хорошая игра». Тут уже и «хорошая», и «игра», два слова со звуком «р». И здесь ребенку нужно запомнить и воспроизвести в двух словах звук «р». Когда у нас отработались чистоговорки, мы переходим к связной речи. Связная речь – это обычно мы строим предложение. Например, «Я тру на терке морковку», «Я тру на терке редиску», «Я тру на терке карандаш» и так далее. Например, «Я рисую красным карандашом», «Я бросаю розовый мячик» и так далее. Отрабатываем ее в предложениях. И строим какие-то маленькие тексты, например, положили перед ребенком картинку и просим «опиши ее». При этом мы следим, как он проговаривает звук «р», если он где-то его забывает, напоминаем, исправляем. Например, «Рома пришел к другу Мише и подарил ему подарок». Вот здесь несколько слов было со звуком «р», и ребенку нужно было во всех словах красиво сказать звук «р». И тоже можно закреплять звук «р» в стишках. Тогда ребенку будет тоже весело и интересно. Есть такая интересная игра, называется «Поляныця». И в ней есть всякие смешные чистоговорки и скороговорки. И они тоже идут тут с заданиями. Например, «Тигренятко с тигром татком тренувалися стрибати». И внизу идет задание «Прочитай, стрибаючи на правій нозі». То есть ребенку нужно запомнить, что сказать, хорошо это произнести, и при этом еще и стрибать на одной ноге. Потому что закрепляем все в движении, и так будет намного проще и быстрее. Что важно при вообще постановки и автоматизации звука «р»? Это частое повторение. Когда мы постоянно повторяем одно и то же слово, одну и ту же фразу, у ребенка она намного быстрее вспоминается, и он потом сможет ее воспроизвести. Например, прыгает тут он через какие-то предметы или идем по улице.
там красиво, 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 или там ручка, 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 или дорога, дорога, дорога. Частое повторение слов, оно равно хорошей автоматизации. Второе, это что мы от одного этапа к другому переходим постепенно. Если ребенку сложно говорить фразой, либо же ему сложно говорить в словах, возвращаемся на предыдущий этап. Сложно ему в словах, возвращаемся к слогам. Там тра, кра, вра и так далее. Если ему сложно фразой, возвращаемся к словам, отрабатываем хорошо слова. Третий этап, еще раз напомню, что горловой звук, если он есть, мы сразу стараемся его исправлять, потому что его очень сложно потом исправить. У ребенка уже неправильно закрепилось на слух, ему кажется, что он говорит все правильно. И четвертое, это, конечно же, что самое важное, это подготовительный этап. Если вы пропустили артикуляционную гимнастику, дыхание, фонематический слух, то, конечно же, звук Р, это будет все очень долго, сложно, потому что самое важное, это подготовительный этап. Ну и, конечно же, делать все с любовью, с радостью, чтобы детям было весело и интересно. В принципе, это все, что я хотела вам сказать про звук Р. Если у вас остались вопросы, вы можете писать их в комментарии, либо же спросить сейчас. Надеюсь, что было для вас полезно то, что я сегодня здесь рассказала. Желаю вам успехов и удачи в постановке звука Р. До скорых встреч!